Уважаемые жители Красноярского края, совсем немного времени остается до наступления Нового года. В эти минуты все мы чувствуем особую атмосферу единения, вспоминаем о пережитом и мысленно переносимся в будущее. Уходящий год стал знаковым для нашего региона. Произошел ряд важных событий в политической жизни. Мы приняли непростой, но сбалансированный бюджет. Продолжили подготовку к универсиаде. Заложили базу для роста экономики. Были усилены меры адресной поддержки граждан. Приняты значимые законы в социальной сфере. Безусловно, вместе нам предстоит преодолеть еще немало трудностей. Но уже сегодня можно с уверенностью смотреть в будущее. Залог наших успехов – каждодневная совместная работа на благо Красноярского края и всех его жителей. Дорогие друзья, Новый год, по большому счету, семейный праздник. Мы собираемся за одним столом с самыми дорогими людьми, дарим друг другу подарки, радуемся теплу домашнего очага. В этот час от души хочу пожелать, чтобы беды обходили всех нас стороной, чтобы всем добрым начинаниям сопутствовала удача. Пусть сбудутся самые заветные мечты. Здоровья вам, счастья и благополучия. С Новым годом!